Что-то я вырос из этого. Пора бы что-то посерьезнее, ребята. Вот Илон Маск говорит, что скоро весь мир захватит искусственный интеллект. Так почему же к этому не готовиться уже сейчас? Поэтому встречайте новый программируемый робот-конструктор Робоблок Q-Scout. Мне сказали, что с помощью него я научусь программировать. Ну что, посмотрим. Так. Для удобства сборки производитель предусмотрел пошаговую инструкцию приложений. Вот, ребята, это прекрасно. Посмотрим. Так. Кстати, настраивать его очень просто. Через смартфон или планшет. То есть у вас не только умная игрушка и настоящий робот, а широкий спектр возможностей. Ведь этот малыш поддерживает любой язык программирования. Scratch, Arduino, C++, C и другие. Scout рассчитан на детей от 6 лет, поэтому если вы не знаете значения этих слов, то ваш ребенок вам их объяснит. Детали корпуса металлические. Выглядит довольно-таки надежно. В общей сложности получилось 65 элементов, но я принимаю этот вызов и уже готов тебя собрать. Поможет мне в этом отвертка и гаечный ключ, которые идут в комплекте. Я прикручиваю последний винтик. Все, готово. На самом-то деле ничего сложного в этом нет. И мне уже прямо не втерпёшь узнать, на что он способен. А теперь небольшой тест-драйв для нашего скаута в городских условиях. Ну что ж, проверим его потенциал. В программе я ему написал траекторию движения. Что ж, посмотрим, как он с ней справится. Еще в нем есть режим обхода препятствий. Вот как это выглядит. Робот-конструктор Робоблок Q-Scout готов стать другом как для ваших детей, так и для вас самих. Ведь правда?